на соль полный бульонет пора. Лампочка не светится. В общем, не исправим аккумулятор. Сейчас попробуем исправим. Итак, последует лампочку соединили с другим исправным аккумулятором. Подаем питание. Загорелась лампочка. Смотрим. Таким образом можно заряжать аккумуляторы, если нет зарядки. Первый аккумулятор был полный напряжения на сбор. Итак, третий аккумулятор проверяем. Так, 1 вольт. На аккумуляторе 1,446. Что говорит об исправности аккумулятора? Вообще таким способом можно заряжать аккумуляторы через лампочку мощную. Плюс много раз не подводил. Итак, подведем итог. Первый аккумулятор неисправный. Падение было одинаково со сушкой питания. Второй и третий исправный. Второй это 8650, а третий это 1,2 вольта, неизвестный производитель. В общем, все начинается.